команда, в принципе, собрана, можно начинать. Закапа будем играть, да? Разберемся, да. А! Я вспомнил, она мне там это. Экстренное закрытие претерпела игра. Пойдем. Экстренное закрытие претерпело, поэтому мы сейчас отправимся снова с тобой в город, а Ген. Там разбираться будем. Так, я бы вот это вот взял бы все. Кажется, подкрепление прибыло. Ага. Отлично. Я знала, что на тебя можно положиться. Против АИМ нам любая помощь будет, кстати. Ты не надейся. Я даже не посмотрел, какие условия там дают. Не помню. Проверка всех систем. Как наши дела? Погнали ломать кабинеты всем этим вражинам вражеским. Всем вражеским вражинам. Шлемчики. Отлично. А, все, не хватает, да? Досадно. Ну, мне нравится. Dream Team. Или Heroes. Так что будем делать? Не думаю, что у нас получится пробраться в город незамеченными. Сделаем резню. Да уж, наверняка тот факт, что ты восстал из мертвых, привлечет внимание. Тогда нужно как-нибудь отвлечь их внимание. Может, сын Одина? Я обрушу на них гром и молнии, капитан. Они даже не увидят, что ты на земле. Входящий вызов, сэр. Соедини. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Нас нашли. Говорят, нас надо лечить, но мы знаем, что это значит. Кто-нибудь... Что такое? Кое-кто нашел передатчик? Не бойтесь, скоро мы вас вылечим. Джарвис, можешь найти тебя день? Вылечим. Сию минуту, сэр. И ее вылечим. Всех сигнал вылечим. Шел из жилого помещения в зоне эвакуации. Не понимаю, почему идет эвакуация? Из-за нас, не людей. Для них мы зараза. А им убедило людей, что они опасны. И с годами все стало еще хуже.
Внимание, внимание! Паркур, что дела? Что делает? Вон они! Просто у нас проникновение! Код красный! Тихо! Мы вас отсюда вытащим! Эти батареи питают запирающий механизм. Рядом должен быть ящик с оборудованием. А там разберемся с этими ящиками. Теперь ты в безопасности. Разрушаю. Что-то там, неважно. Уже неважно, что разрушает. Не получилось. В смысле? Как это не закончилось здоровье? Я не заметил. Делает Тоня. Спасибо. Они ищут не людей по всему городу. Наши друзья были на полпути к убежищу, когда... Мы найдем. Уходи же. Найди безопасное место, дружище. Скорее. Мы не знаем, сколько их там еще. Обнаружена еще одна камера заключения. Как мы это допустили? Зато мы можем остановить их сейчас. Неподалеку от вас находится элитный боец Аин. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Да. Стреляю! Поебать меня. Хотя... Целюсь во врага! А я? Ты нормально приложил так. Время больших пушек! Не самый умный мой ход. Правильно, бросай его туда. Шо? Член сопротивления попал в беду. Ему нужна ваша помощь. Работаем. Пусто. Зря вы решили ожить, капитан. А слабые уступают место сильным. Звучит знакомо. Они тоже сбились с пути. Сейчас мы их направим на их путь, стены, получается. Давайте найдем нелюдей. Мы знаем, что они серьезно вооружены. И обожают слушать свою собственную болтовню.
Как один наш друг. Да. У меня уши горят. А, я думал про этого. Про самозванца Тора. А он имел в виду Тони. Мы остановим эпидемию. Больше никто не пострадает. Мы не больны. Это я, конечно, не планировал. Но спасибо. Одному из агентов щита неподалеку от вас требуется помощь. А ему-то зачем? Здесь опасно. Спрячьтесь где-нибудь, пока мы расчищаем путь к убежищу. Ладно, идем. Доктор Пим посылает агентов, чтобы вывести выживших из города. Они не могут выбраться. Отправляю код для входа в убежище. Тот аппарат полетел в ту сторону. Наверное, их засек патруль. Хорошо, что кое-кто тоже умеет летать. Мы должны спасти выживших. Они перекрыли нам путь. И вряд ли случайно. Блять. Я сбитие. Ну ладно. Много благодарен. Работаем тогда. Мстители! Вперед! У меня неприятности! То не работаем. Спасибо. Ну, сука! Червяк. Доктор Пим посылает агентов, чтобы вывести выживших из города. Они не могут выбраться. Отправляю код для входа в убежище. Тот аппарат полетел в ту сторону. Наверное, их засек патруль. Хорошо, что кое-кто тоже умеет летать. Мы должны спасти выживших. Они перекрыли нам путь. И вряд ли случайно. А куда щит ты пустил? Куда, точнее? Сука, уйди от него. Да, капец, ужас. Просто забей. Премного благодарен. Давай спускайся. Пустяки! Царапина! Неприятные, конечно, штуки. Молодец! Ребята, мне очень нужна помощь!
сука, ну ты понял, да? Ну он просто, блин, безнаказанно там висит, я его руки был. Трупа, да? Ну. Один из их агентов убит. Как ты заебал там зависать? Еще один агент убит. Ты где? Мусор. Биологически. Отлично. Этот член отряда нейтрализован. Еще один противник. Вперед. Еще один противник убит. Работаем. Когда будет отряд Пима? Терпеть его не могу, агенты уже в пути, но им нужно время. Времени у нас в обрез. Стражи приближаются. Терпеть ненавижу. Убежище уже рядом. В атмосфере что-то есть. Элемент, производный от Терригена. Никогда не видел ничего подобного. Это опасно? Мы всегда в опасности. Верно. Мстители, сюда! Тихо, тихо. Ну, хватит их бить. Хорошо, что вы тут. Не выйдет. У них есть штука, которая выслеживает нелюдей. Мы пытались бежать, но у них глаза повсюду. Мы разберемся со стражами. Не бойтесь. Я не про них. Я про ту штуку в небе. Она здесь. Спрячьтесь, сопротивление скоро придет за вами. Тор, похоже, нам не помешает поддержка с воздуха. Я перехвачу эту загадочную угрозу в небе. Уровень Терригена растет. Активировать респиратор. Источает измененный Терриген. Он был из... Ты, сука, блять, издеваешься нахуй. Наконец-то. Изменен на молекулярном уровне, чтобы выявлять ген нелюдей и уничтожать носителей. Он убивает нелюдей? Сейчас перестанет. Блин. What the fuck? Уровень Терригена растет. Активировать респираторы. Источает измененный Терриген. Он был изменен на молекулярном уровне, чтобы выявлять ген нелюдей и уничтожать носителей. Он убивает нелюдей? Сейчас перестанет. Тихо.
жалко, он в дичке не может бахнуть. Протянешь, протянешь. Жаль, как вдова. Мы по-хитрому будем. Отлично. Обнаружена уязвимость. Где? А уязвимость где? А, вон она. Смотреть прямо на луч вредно для здоровья! Что-то... Нифига не запрыгивает. Очень печально, обидно. Кто? Кто ж ты? Не самый умный бойкот. Хорош. Отлично. Не, ну ты наглый вообще, ужас. Втихаря тебе сбоку где-то там обитаешь и в крыску подстреливаешь. Чё, чуть-чуть. Ну ты чечен, я обалдею. Ну, минус щит называется. У вас получается. Еще бы. Повезло им опять. Да хорош тебя. Давай приземляйся. Спасибо, дружище. Это может шокировать. Может.
Чё там, нет, ещё не всё? Давай, покажи головку свою. Прекрасную, красивую голову, ну-ка. Ага. Всё чисто. Что это такое? Надо доставить черный ящик на Химеру. Я там поковыряюсь. Джарвис, я загрузил данные с военного корабля. Отследи место посадки. Вычисляю план полета. Темный Терриген. Тарлтон хочет нас убить. Мы должны что-то сделать. Он не может вылечить нелюдей, и поэтому решил убить их. И это только начало. Сэр. Что там у нас? Согласно плану полета, корабль прибыл из залива Сан-Франциско. Нет, это невозможно. После Дня Мстителей я летала над этой зоной десятки раз. Может, это фальшивка? Они хотят сбить нас со следа. Вряд ли. Остаточная радиация и минеральные отложения говорят о том, что корабль недавно находился в районе залива. И как его никто не видел? Военных кораблей тоже никто не заметил. Маскировка. Карантин. Закрытый и воздух, и море. Спрятал у всех на виду. Именно. Сэр, мне удалось перехватить сигнал. Корабли. Их в Сан-Франциско сотни. Нет. Погибнут тысячи, если мы не вмешаемся. Значит, идем на их базу. Положим всему конец. Джарвис, проложи курс до Сан-Франциско. Сделаю, капитан. Итак, что ж, мы собираемся напасть на неприступную крепость нашего большеголового приятеля, напичканную роботами и военными кораблями. Да, именно так. Мы же можем сделать это красиво, да? Да. Стойте. Вы не скажете эту фразу? Какой? Переоделись все. Ну как же. Мстители. Общий сбор. Знаешь, мы так не говорим. Да, ты расслабься. Ладно. Ну, давай. А что они сказали-то? Застеснялись. Мстители, общий сбор. И все. Делов-то. Джарвис, ты нашел крепость? Сверяю радиационные излучения. А Джорджи времени не терял. Они прямо над тепловым сигналом. Отсюда им берет Терриген. Над, садимся. Мы с Камалой займемся главной вышкой. Тор, Тони, отключите столько генераторов, сколько сможете. Отключим сигнал, остановим корабли. Халк, расчистим. У него супер продвинутые эластичные штаны. Наконец-то. Технологичные супер эластичные шорты. А им больше нет ангара. Или трех. Угомонись, Старк. Слушай, вообще-то не у всех в загашнике тысяча другая лет, Рапунцель. О, а он соскучился по тебе, Тор. Как будто только вчера мы вот так же собирались. Приковские шуточки, Кэп. Ну-ну. Погиб.
Так, меня вниз надо? Молодцы. Ломаем генераторы. Других нелюдей не видать. Не отчаивайся. Они должны быть где-то нет, тут. Нет, штуку ломать. Неважно. Я все думал, когда же появятся мои старые приятели. Это так трогательно. Видеть вас всех снова вместе. Вы здорово упростили мне задачу. И сами явились на свою казнь. Ну это такое. Роботы, которые светятся фиолетовым? Наруто! Он может управлять ими на расстоянии. Сначала займитесь этими. На бедных стал. Гал, разберись. Твое время вышло, Джордж. Я иду за тобой. Оптимист до последнего вздоха. Ты умрешь с улыбкой на лице. Мстители, за мной! Ну и это что такое было сейчас? А мерзости на что? Разве он ручной? А как будто Халк ручной, да? Я знаю. Мы ошибались, Джордж. Не зови меня так. Джордж слабак. Модок нет. Это не изменить то, чем мы стали. О чем ты? Силу невозможно сдержать. Теперь я понял. Ее нужно уничтожить. Нет. Потомки будут благодарны за эту жертву. Надеюсь, вы слышали. Разберемся с этой вышкой. И с маячком. Я с ней. Я тоже. Здоровяк. На квинжете до передатчика не долететь. Шквальный огонь. Передатчик впереди. Но добраться будет сложно. Я буду следовать за Халком. И постараюсь не разбиться. Здравая идея. Дай мне секунду. Я войду в систему. Тихо. Понял. Разбился. Не понял. Чего? Кто? Зачем? На квинжете до передатчика не долететь. Шквальный огонь. Передатчик впереди. Но добраться будет сложно. Я буду следовать за Халком и постараюсь не разбиться. Здравая идея. Дай мне секунду. Я войду в систему. Так, блок что на это я знаю, да. Откройте ту дверь. Есть. Следите за генераторами силовых щитов. Начнут мигать желтым. Вырубайте. Убить капитана Роджерса. Как грубо. Без него они не справятся. Эй, кажется, я его поняла. Эй, Гал, у нас подросток в эфире. Следи за языком. Ты ведешь своих людей на смерть, как они тебя когда. Ради чего? Ваши фанаты не узнают, что вы за них погибли. Боже, он что, записал настоящий злодейский монолог? 5 лет репетировал. Она уже говорит прямо как ты, Старк. С этим мы разберемся. А чего так мощно было, да? Yeah!
сука, крыса в спину. Ворфлнес. Да ты заеб... Шабу. Вас тоже раздражают реактивные бойцы? Они мне другой стоящий кусок брони напоминают. Да как ты смеешь так говорить о Торе? Неужели я сражаюсь вместе с Мстителями? Да, я не вижу никаких желтых генераторов силового поля. Они будут у двери, если ты дашь мне минутку. Похоже, пятилетний сон плохо действует на нервы. Капитан возлагает на нас большие надежды, и мы их превзойдем. Вот, хоть у кого-то правильный настрой. Понятно. Подожди. Wait a minute. Науки. Три. Сюда. Я так и знал, что тут надо что-то прокачать. Вот прям как знал. Так, так, так. Еще разочек. Это надо будет тоже прочитать. Наверное. Так. Прокачаю, будет четко. Да, четко. Звук куда-то пропал. Ну, это типа такое. Бонус в защите. Так, отлично. Доступ к генераторам поля открытка. Щит на тебе. Спасибо, Нат. Да.
Или прямо туда и надо? Да не, навряд ли. Защитный щит снят. Как дела с дверью, Над? Все время отвлекают от взлома. Тебе что, не весело? Вы тоже это видите? Адаптоиды! У них силы нелюдей! Вижу. У нас свое дело, у Кэпа свое. Силы нелюдей? А может, не надо? Разум должен определять наше будущее. Время героев пошло. Эта башка еще говорит? Серьезно? Пал, пал. Какого хера? Вдова! Ты это видела? Видела. Я такая, бам! Тебе кранты, чувак! Не расслабляйся. Эй, я видел. Ты была великолепна. Спасибо. Да, можно и так сказать. Самый умный там, да? Так, камон, он не успел вернуться просто. Нужен башку оторвала ему. Ху. А, робот. Жукобот. Отвлекайте их, я почти открыла. Была разминочная, на самом деле. Два удара, треть на третий уже. Нужна помощь, Фабио. Для тебя принц, Фабио. Уже в пути. Поднимите палец. Ставлю 10 баксов, что Тони на детоксе. Принимаю ставку. И не ван. Без комментариев. Большое спасибо. Да заебал, блядь. Это просто нечестные приемы. Просто не я не стреляю, но я хуй знаю. Сука. Да заебись, блядь, заебись. Четко, охуенно, блядь. Это такие потрясные мувы делаешь. Чел. Чел, можно, блядь, не так душить сильно, как вот они дуют? Ну это же душнилово конкретного порядка. Вообще, блядь, нелегитимно, блядь. А было по-мелкому? Отвлекайся, я почти открыла! Парировать их атаки. Нужна помощь, Фабио! Блядь. Тони, как броня, выдерживает? Терпеть ненавижу этих долбоебов, блядь. Ну и чё? Я уклонился. Получилось, не уклонился. Ставлю 10 баксов, что Тони на детоксе. Принимаю ставку. Без комментариев. Халк, разъеби-ка его. Спасибо. Ха-ха-ха!
какой ты душнейший, сука, моб, блядь. Оторви ему башку, чтоб никогда не вставал больше. Разве это не компания Моники? Кэп, он закрывает ворота. Куда его? Я внутри. Халк, займись ими. Кажется, я в зале управления питанием. Ищу последний передатчик. Все подключено к сети. Ищи аварийные выключатели. Это они очевидно нужны, а им на случай ремонта. Я попробую. Что-то не так. Мы уже должны были найти нелюдей. Вспомни, как серьезно охранялась тюрьма. Аим не отдаст их просто так. Мы не можем освободить их, пока не убедимся, что Аим не траванет их газом ко всем чертям. Тони, поделикай. Точно. Прости, Камала. Нет, вы правы. Надо прервать этот сигнал. Я стараюсь. Прикройте меня. Капитан, тебя там не было. Ты не слышал людей. Не знаешь их боль. Никто не должен так жить. Но хоть в этом мы согласны. Я видел, что случается, когда люди у власти решают, кто должен жить, а кто умереть, док. История не повторится. Тогда не заставляй нас переживать еще один день мстителей. А нам с тобой и не приходилось, Джордж. Вот в чем проблема. Я наверху. Была не была. Эй, большеголовый, сюда! Я почти на месте. Почти. Аккуратно. Заебись. Я думал, оно направит сейчас меня, потому что задом неудобно. Да? Так вот, так и хорошо, так хорошо. О, только не эти придурки, киборги. Покажи им, Кэп. Разберусь тут и приду на подмогу. И стоять и смотреть, что я показываю, они не будут. Но я попробую. Их надо рассинхронизировать, чтобы дотянуться. Как дела у остальных? Я помогаю черной вдове мочить врагов. Больше мочи, меньше болтай. Да, точно. Да куда ты в край, около края-то сражаешься? Где они держат нелюдей? Нам нужно в центральный комплекс. И быстро! Я тут занят. Иди вместе! Отнять меня! Я сказал Джарвису разработать план по спасению нелюдей. Спасибо! Да сломай ты ему щит. Я просто делаю то, что должен был сделать еще давно. Неплохо, Тони. Не забудь рассказать Брюсу, что я вел себя как взрослый. Невозможно, но это не должно быть. Он постоянно не должен быть. Он как должен после этой серии атаки разбиться был. Я показываю, они не будут. Но я попробую. Надо рассинхронизировать, чтобы дотянуться. Как дела у остальных? Я помогаю черной вдове мочить врагов. Больше мочи, меньше болтай. Да, точно. Так, мы нашли, где они держат нелюдей. Нам нужно в центральный комплекс. И быстро! Я тут занят. Я сказал Джарвису разработать план по спасению нелюдей. Спасибо! Не за что. Я просто делаю то, что должен был сделать еще давно. Неплохо, Тони. Да, говно! Почему в спину выстрел происходит? Ну, сука, ты
Ты взорвал. Покажи, две бочки взорвалось перед ебалом. Ошеломись, сука, козел, блядь. Вы стоять и смотреть, что я показываю, они не будут. Я попробую. Надо рассинхронизировать, чтобы дотянуться. Как дела у остальных? Я помогаю черной вдове мочить врагов. Больше мочи, меньше болтай. Да, точно. Так, мы нашли, где они держат нелюдей. Нам нужно в центральный комплекс. И быстро! Да, быстрее. Я сказал Джарвису разработать план по спасению нелюдей. Спасибо! Не за что. Я просто делаю то, что должен был сделать еще давно. Неплохо, Тони. Не забудь рассказать Брюсу, что я вел себя как взрослый. Взял и все испортил. Это почти победа! Ты кондом, бля. Бред, блядь. Ой, ты собака. Источник питания передатчика где-то над тобой. Значит, наверх. Отойди. Ты застрял? Какая досада. Похоже, передатчик питает три ядра. Зачисти там все, и я найду терминал, чтобы открыть их корпуса. Принято. Сколько их там еще? Неважно. Мы боремся за правое дело. Надо же. А по мне так важно. Как там дела, Кэп? Навожу порядок.
Вот так вот стой. Вот терминал. Открой ядра. Уничтожь их. И сигнал должен прерваться. И мы спасем не людей. Мы все еще можем сохранить свою человечность, капитан. Мы по-разному трактуем понятие человечности. Он что, не понимает, что нельзя сказать не люди, не сказав люди? Только что нашего умника проучила школьница. Тебе почти удалось, Кэп. Чем труднее бой с АИМ, тем больше я уверен в том, что мы правы. Гнида, да, блядь. Мудрые слова, капитан. Позор, блядь. Окружили, просто затыкали. Ебать. Надо было забить на них. Тебе почти удалось, Кэп. Чем труднее бой с АИМ, тем больше я уверен в том, что мы правы. Мудрые слова, капитан. Это последнее ядро. Передача должна была прерваться. Нет, сигнал все еще идет. Запасной, наверное, идет. Тепловой сигнал, как на День Мстителей. Он вызывает землетрясение. Модок определенно не хочет, чтобы мы узнали, что... У тебя есть проблемы поважнее. Он что, он выругался? Было ругательство? Спасибо, Тони. Я немного занят. Ладно. Нужна помощь? Да. На тебе эти пушки. Есть. Я с ним. Хорошо. Встретимся дальше. Как? Как отчаянно. Да ты сам на личинку похож. Зря Моника не дала тебе думаешь, Кэп? Видно, маячок был приманкой. Сигнал Тарлтона еще проходит. Вы боретесь с неотвратимым, неизбежным прогрессом, мстители. А вот это уже очень странно. Что случилось с его лицом? Вы можете задержать меня, но мне хватит тумана накрыть весь мир. Мстители. Не выпускайте ни один из карантинной зоны. Тони, нужно подбить двигатели. О, ну, наконец-то. Хватит, Джордж! Ты убиваешь невиновных. И никаких шуточек не похоже на тебя, Стас. Я попытаюсь вырубить его двигатели. Уворачиваемся. Ты
А где территория боя-то? Вокруг него нельзя биться, что ли, или что? Спуя. Ну-ну-ну, подлети, подлети! Сколько усилий, и все зря! Ничего не изменить! Мне люди полезли человечество! За это больно! Я им займусь. Всем разделиться. Мне нужно время. Моника заразила меня твоей кровью, капитан Роджерс. Я стал одним из тех, кого больше всего ненавижу. Если мне суждено умереть вместе с ними, не страшно. Тихо. Энергия поступает из той штуки у него на спине. Сейчас разберемся. Да, не успел. Сука, заебал. Это твой шанс, Кэп! Отключи источник питания. Мудак? Да, согласен. На младенца похож, на какого-то раскапризничающегося. Черт. Есть идеи? Есть. Скоро буду. Как только накопишь энергию, уже чит проходили. Марш по нему. И щит отключится. Я понял. Уходим у воротный. Распустится не врёт. Вы не понимаете. Вы делаете только хуже. Я должен вас остановить. Это еще что? Страж Крик. Кэп, этот камень у него на лбу, не для красоты. Есть проблема покрупней. Да, понял. Ворачивайся. Тебе не победить. Камала, берегись! Сейчас за Камалу, да? Ну давай. Здоровяк, помоги Камале! А,
Да, зря согласен. А че он так слабенько бьет-то? Ну-ка, давай подкачаем его быстренько. Прям быстренько. Прикольно, кстати, вот этот постотряс. Постотряс. Ладно, ставлю Алис. По навыкам от единичек, понял. Я возьму. А, да? Опять? Да заебал. Теперь главное ему не встать, не дать. Ой,
Ты стебешься надо мной, да, сучара? Шаблина, крушить, мать твою. Колосса-то убить. Один раз нужен совет без капитана. Может, пора повторить? Ага. Интересный прием. Надо было в башку прям стрелять. Блин, ну, кроме как стрелять, я больше ничего и не могу, в принципе. Потому что он по краешку бегает. Второй раз забыл прыгнуть. Ой, хорош. Давай-давай-давай, хорошо. Пробило башку Путкина. Крепкая голова оказывается у него. Пытайся вас вразумить. Раз вы так верны капитану, вы умрете вместе. Оставь в покое. Эльба. Ну же, скорей!
глаз ему. Я, в смысле? Так там напрямую можно было скрыть. Долгая дорога, так Брюс не выдержит. Кого? И чё? Провал, да? Сука. Я хз, куда? Ну, тупик. А! Наложили. Сейчас она с его размеров... Офигеть! Эти золотые ворота опять страдают. Да ладно. Важно не быть хорошим. Поступать хорошо. Как она долго Привет. Продержалась. Вот это сила воли. Вы живы? О, тише, тише. Да. Ты справилась. Молодец. Теперь еще научиться не отрубаться. Но и так неплохо. Точно. Неплохо? Это было круто. Спасибо. Эй, не оставите нас на минутку. Что? Все это время я думал, я поучал тебя и... потерял надежду. Я просто пытаюсь сказать спасибо. Можно вас попросить? Привет.
Теперь ты до 30 никуда, да? Да. Ладно. И теперь только учеба. И твои... И эти твои походы. Правда? О, Бо! Я так горжусь тобой, Бет. Но мы не скажем Амми, ладно? Ладно. Пойдем. А снеки есть? Конечно. Есть хочется. Хорошо, что все добренько кончилось. Блин, если бы не летающие эти парашники, прям, которые бесят невозможно. Хотя так должно быть, да, чтобы какое-то сопротивление было. Они и это и занимались, сопротивление оказывали. Варе. Прикольная игра, классная. Интересная история. Конечно же, пораньше бы мне бы узнать эту зависимость работы игры с видеокартами. С какими она работает, с какими она не работает. Было бы еще лучше. Как недавно избранный верховный ученый, я намерена избавиться от слабых звеньев изнутри. Никаких неожиданностей, никакого беспорядка в умах. Только четкие планы и инновации. Имейте в виду, будущее все равно за АИМ. Клонирование, путешествие во времени, наши возможности безграничны. Теперь за работу. Засранка. Так, удочка на будущее. Спиннинг, я бы сказал, с тяжеленной блесной на будущее. На будущее. Так-так-так, интересно. Ну, у игры есть, конечно, проблемы. Это иногда пропадал звук в некоторых моментах. Не полностью, и полностью где-то пропадал, но по катсцене где-то. Один раз. Но это ничего страшного. Иногда рты не открывались, когда персонажи говорили. Но это тоже ничего страшного, особо-то не расстраивает. Главное, что говорили. Что звук был, и все. Ну, а так прям, ну, хорошо. Мне понравилось играть за каждого персонажа. Но больше всего мне, конечно же, понравилась Наташа и... Железный человек. Вот он больше всех понравился мне. Прям красота. История и сюжет просто необычные, не похожи как и на вселенной. Это тоже радует. Новенькое. Новое впечатление. Это может быть франшизу новую сделают. Если сделаю. Потому что спиннинг был закинут только что. Кат-сценами. Двумя. Ой, одна совмещена. Одной большой кат-сценой. Да. Красивая. Красивая игра. Красиво сделана. Опять же, повторюсь, мне понравилось. Проходить сюжет именно.
Командор Хилл, как обстановка? Рада снова видеть вас, Кэп. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Но мы полагаем, что Уаим новый лидер, который строит смелые планы по расширению. Легко быть смелым, когда тебя поддерживает и правительство, и общественность. Мы сможем переубедить людей, Тони. Даже если для этого придется нарушить закон. Ну, я обожаю играть не по правилам. Щит еще не восстановился полностью. Однако мы смогли собрать данные об операции Хаим. После событий в Сан-Франциско они трудятся, не покладая рук. Но вот что странно. Наши источники говорят, что они проводят эксперименты с клонированием на новых синтоидах. И мы считаем, что они изучают варианты использования космической энергии. Когда ты сказала «странно», я надеялся, что на клонировании ты остановишься. Сейчас, Мстители, нужны миру как никогда да, раньше. Я тоже так думал. Можете на нас рассчитывать. Что за энергия космоса? Если наши данные верны, то нам понадобится возможная помощь. Наши оперативники ждут вашего сигнала. Комната Вред на нижней палубе снова работает. Вы можете потренироваться, если это необходимо. Впереди у нас много работы. Congratulations. Моника Раппачини, новый верховный ученый, теперь управляет всей текущей деятельностью АИМ. Щит полагает, что у нее в планах есть несколько весьма опасных проектов, но конечная ее цель остается неизвестной. После обнаружения протоколов Щита, помощь командору Хилл стала нашей важнейшей задачей. В протоколах были найдены координаты нескольких хранилищ Щита, а также агентов, которые попали в беду. Остальные убежища Фьюри пока нелегко отыскать. Мы думаем, что в некоторых из них хранятся координаты остальных. Как это вообще сбор перевести? Это General Reunite? Reunite. Допустим. Однако борьба с АИМ не окончена. Выберите инициативу Мстителей на штанном тубе или из главного меню и продолжайте сражаться в непрерывно разрастающемся конфликте с силами, желающими миру зла. Да. Мочим нахуй. Так. Новая экспедиция инициатива Мстителей. Выступление по всем фронтам. Фракции Щит.